чужих голосов, узнать пытаясь голос ваш и звук ваших шагов. Это выступление одиннадцатиклассники подготовили для своих классных руководителей. С ними особенно волнительно расставаться, ведь они воспитывали их дольше, чем другие педагоги. В этом году из стен 4-й школы выпускается 3 11-х класса, 68 юношей и девушек. Сегодня праздник последнего звонка. Радостный и грозный. Радостный, потому что на наших глазах вы превратились в умных и красивых молодых людей, которыми мы можем гордиться. Грустный, потому что вы покидаете стены школы и уходите во взрослую жизнь. Выпускники прощались со своей любимой школой. Каждое выступление они посвящали педагогам. Тем самым благодарили их за все то, чему они научили. Этот номер ребята посвятили учителям иностранных языков. А вот следующую песню выпускники исполнили вместе со своим учителем. В этот день на праздник пришли почетные гости. Они поздравили ребят и пожелали им успешной сдачи экзаменов. Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы нашли то дело, которое будете любить. Я вам всем желаю, чтобы вы смогли достичь тех планок, которые вы будете перед собой ставить. Ставьте перед собой трудные цели, и у вас все получится. Я искренне и от души желаю вам успехов. Не бойтесь трудностей, у вас хорошая база. Всегда стремитесь к новому, совершенствуйте и достигайте самых разных сияющих вершин. С праздником вас! При участии выпускников в этот день была подготовлена большая праздничная программа. Это и вальс выпускников, и зажигательные танцы буги-вуги, и завораживающая танго от «Северного сияния». И вот долгожданный момент, последний звонок. Честь провести его выпала выпускнику Богдану Шарову и первокласснице Марии Пешковой. Последний звонок, хоть и праздник, однако немного грустный. Ребята прощаются со школой, где прошла интересная школьная жизнь. Расставаться неохота. Столько друзей, знакомых, все разъедемся, больше не будет такого. Очень грустно и печально от того, что расстаешься со школой, как бы не хочется уезжать абсолютно. Впереди у выпускников сложная пора. Экзамены, поступления, первый опыт взрослой жизни. Собираюсь в Волгоградское, поступить в Волгоградскую академию МВД. Я уже хочу в университет. Хочу во взрослую жизнь. Я хочу связать свою жизнь с небом, то есть я хочу работать с самолетами. После концерта одиннадцатиклассники по традиции выпустили в небо воздушные шары. Тинатина Манканова, Сергей Парфимович, новости Губкинского.